Матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами River Plate и Boca Juniors перенесен на неопределенный срок. Южноамериканская конфедерация футбола примет решение о новой дате по итогам встречи с президентами обоих клубов, которая назначена на вторник. Игра должна была состояться в субботу на стадионе River Plate в Буэнос-Айресе. Но в момент, когда футболисты Boca Juniors подъезжали к стадиону, их автобус был забросан различными предметами болельщиками River Plate. В результате несколько футболистов, в том числе капитан Boca Juniors Пабло Перес, получили ранения. Матч переносился несколько раз, пока не было принято решение отложить его на неопределенный срок. Раздаются призывы засчитать River Plate техническое поражение.